Как тебе наш новый дом? Маловат. Ну, для меня. Я хочу потом побольше себе купить. Ну, заработай, купи побольше, Софи. Одевайся потеплее. Это тебе не Нью-Йорк, там холодно. Вот так дом продал недавно, они где-то в гостиной. Моя тетя, я приехал к ней из Америки. Она здесь живет. А, это же это та милая женщина, что там дом продала. Вы говорите, продала? Как твой этот? Информационный бизнес, мама. Что делать, если девушка, которая мне нравится, меня игнорирует? Привет красивым соседям! Это мой молодой человек, Эдуард. Можно просто Эдик? Нет, боже упаси. Эдуард лучше. Ух ты. А обычные монеты? Это наследство. Мамина. Особой цены эти монеты не имеют. Похоже, мы с тобой срубили немалый кужа. О чем сегодня будем ссориться? Вот тебе юбилей, пожалуйста. Какой же ты тяжелый человек. Я что, в зоопарке, что ли, нахожусь? Че ты мне в глаза смотришь, ты врешь? Не трогай меня! Может быть, просто нужно, чтобы дочки так и не узнали, что у тебя девушка есть? Полин, ну, будь со мной! Мой. Мое сердце не для тебя. Все будет хорошо. Мы будем жить, мы будем работать, будем любить. Ты меня в Инстаграм как крысу подопытную выкладываешь. Для тебя никогда не будет более подходящих обстоятельств. Можно вместе с тобой поставить? Вместе веселее.